Всем привет, с вами Дизик. И вот довольно давно я не заходил в GTA. Так, о боже, у меня уже два сообщения. Я такой популярный в этой игре, да. Я это чувствую. Так, на самом деле я тут ни разу не обходился. Я так вижу, что этот ковер какой-то странный, потому что он как поджаренный бекон. Посмотрите, он такой волнистый почему-то. Вот. Ну, в общем-то, продолжаем играть, наверное. Хотя почему, наверное? Продолжаем просто играть. Единственное, что я не помню, на чем я... Да, но я точно знаю то, что мне нужно поесть. Да, надеюсь, вы тоже видите эти ужасные тени. Посмотрите, вот как такие они могут быть ужасные? Давай хот-дог уже. Грасиас? Это как его было? На каком там языке? Ну ладно, мы крутые парни, значит, берем кабриолет. Давай, вылезай отсюда. Все понял, бери машину. Знаете что, я обожаю этот перевод. Ну, хотя бы машина тут неплохо так нарисована. А то, знаете, иногда напоминало... В прошлой части напоминало то, что будто бы... Так. О боже, зачем я это сделал? Так, на самом деле, я не знаю. Вы меня, наверное, плохо слышите. Потому что я себя даже плохо слышу, хотя... Возможно, это у меня. На самом деле, я хотел сделать так... Звуковой... Давайте, я что-то немножко... Я немножко сделаю потише, если что там в комментариях напишите, сделаю погромче, если нормально. Но дело в том, что немного громковато, но я все равно и на наушниках. Уменьшил звук, так что вроде должно быть нормально. Ну что ж, ребят, что, поймайте меня, давайте. Нет, нет! Блин, странно, что я еще не выпал отсюда. Вот точно. Оружейный магазин, нужно туда заехать. Так, ну на первым делом давайте сначала от ментов уйдем, а то как-то они... долбят мозг. Так, я кого-то уже убил. Надеюсь, вы понимаете, что это не означает. Давай быстрее, выжимай все. Это как это вообще получилось? Давайте, не, я вообще собирался на задание поехать, но как-то не получилось что-то. Получим, давай, пропадай, звездочка. А, ну так уже все, звездочка пропала. Так, ну, опачки, выпрыгивай. Какого черта? Че? Это вот я не... Да. Ну что ж, опять какие-то евреи мне забрали 200 баксов, это... Не, 100 баксов. Ну, 100 долларов, да. 90... Не, ну да, 100 долларов. Получается, я 5 задал за хот-дог. Хотя, возможно, и 100 долларов. Каких знает. Окей. Вылезай. Да, вот это вот самое... А, окей. Ты не против, да? Типа ограбление машины или карджекинг это? Да, в общем, как-то странно прозвучало. Давайте, я так, наверное, поеду на задание, что ли. Думаю, в этот раз это будет... Эл, ну почему бы и не Эл? Почему... А, нет, там нужно было наркошек какого-то пасти. Нет, ну давайте поедем туда на F. Вообще не знаю, как их переводить, типа F-flat, что ли, flat. Фиг их знает. Хотя, похоже, того чувака я, да, я убил. Значит, еще какой-то должен был остаться. F. Ага, или это Фрэнки, или какой-то там Билли. Тут как-то... А, Роман, точно, Роман. Да нет, Роман тоже не подходит как-то. Ну что ж. Поеду-ка я на F, узнаю, кто это вообще такой. Так, не забываем то, что радио можно переключать. И стекла, конечно же, рукой развивать. И, конечно же, любимая брутальная песня играет. Блин, вот интересно, сколько мне девушек смотрят? Да. Это вот действительно интересно. А то как-то я замечал... Не, ну, конечно, есть, отписываются там. Даже на стриме вон какая-то была, но... Блин, интересно, сколько это? Финал дистанцион. Финальная дистанция. Окей, нет проблем. Hi, Dimitri. Hey, Dimitri, I took care of that thing for you. Very good. I'm proud of you. Ну, блин, вы же русский, какого фига вы нам... С таким акцентом, блин, еще говорю, знаешь, у меня так учительница по-английски никогда не говорила. Типа что, русские акробаты, что ли?
Dmitry, thank you for taking care of that thing for me. No problem. Dmitry, Dmitry, hey, hey, meet my girl. А, шлюхи, деньги, разврат, наркотики, да? Эх, блин, у него такая малополигональная грудь даже. Хотя для 2008 года довольно неплохо. Но оптимизация! Хотя, возможно, потому что это 2007 Windows, я же говорил об этом. Чувак, ты юмора не понимаешь, это же так круто. Да уж, валите отсюда, давайте. Ника так посмотрел, типа, какого фига мне не предложил. Ай, ладно, насрать. Извиняюсь за то, что так. Просто не хочу это слушать. Поезжайте на Гуантано-авеню. Почему не просто? Авеню — это улица ведь. Так, это... О, ну нифига себе. Это как бы моя машина, только ее припарковали, понимаете? Ну да, как бы, ну... Моя только припаркованная. Так. Мне конкретно бесит то, что так лагает. Я даже... Ну, можно в этом проблема. Пусть так будет. Знаете что? Эта игра это... Это даже выразить никак нельзя. Я поменял настройки. Нажал применить. А, у меня вылетела ошибка DirectX. Блин, ну если не умеете создавать, то давайте вообще на Яве создавайте. Это как в Майнкрафте будет. По-моему, это намного лучше будет, и графика будет лучше, и оптимизация куда-никак будет лучше. Почему он вообще трясется? У меня так тоже трясется как-то. А, ну конечно. 10 FPS. Почему бы не потрясти, правильно? Обожаю. 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 Просто обожаю. Ох, загрузка успешно завершена. На самом деле не удивляюсь, что мы туда же поедем, просто... ну да... Чё? Боже. Интересно, как это будет выглядеть тут? Боже. Давай. Обезьянка. Да, на самом деле я... Офигашен, можно так выразиться, наверное. Так. Вообще, на самом деле, я хотел у тебя купить что-нибудь. Ну ладно. На самом деле, тогда я возьму машину и поеду просто туда. Чаос. Ну хотя бы музыка та же играет. Да и машинка вроде неплохая. Так, что такое? Кто? Зачем? Не мешайте кататься. А так это было совсем рядом. Окей. Насколько мы помним, мне нужно было там это, значит, заставочку сразу скипаем. Так что не обижайтесь на это. А вот то, что вы можете прослать письмо разработчикам этой игры, какого фига говнюки вы сделали такую неоптимизированную игрушку, еще потом еще... Блин, а... А, боже. Я даже пошел навстречу этой игрушке. Я даже разогнал видеокарточку, поставил кулер на максимум. О, боже. GTX 560 разгонять. Весело прям офигеть. Вылезай, говно. Вылезай, говно. Ах ты...
Это был не я. Вырезай быстрее, давай, давай, давай. Вышвыриваю, давай. Гоним отсюда, давай, у нас хп на задницу. Засранец нас сбил. Да. Так, 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 главное не задеть, а там будет еще больше звездочек. А в данном случае мне звездочки не нужны. А когда они нужны, их нет, а когда нет. Так, 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 я не знаю, что происходит. Лаги, 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 лаги. Вот когда у вас на видео лаги, то считайте, у меня они тоже есть. Там такое предупреждение, так что если у меня лагает, то не удивляйтесь, что если... Блин, я ужасный человек, я дворника сбил. Так, давай, 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 развиваю. Блин, странно, обычно они гонятся, так знаете, в фильмах, типа то, что покрышки вылетают, как колпаки вылетают, а тут их как бы... Хотя это литые диски вроде бы. Так, сейчас так круто развернемся как-нибудь. Так. Опа, как круто развернулись, правда, да? Мне тоже понравилось. А, да. Это самая интересная штука. Тут колеса так прижимает. Да, видите, это как машину заворачивать. Ага. То есть у меня другая часть города, что ли, открылась или что? Ну ладно, пофиг на этом. Я вообще, в принципе, этот город еще до конца не знаю. Если вообще его знаю. Нет! О боже. Он зажег, ты что-то до конца не увидел, как бы там. Ладно. Слушай, посмотрите, как они немедленно едут, да? Давай. А, боже, да что такое? Ты же мне сам шлагбаум открыл. Какого черта вы на меня гоните? Это что, у меня есть пуколка, так что нормально все будет. Интересно, я сам себе если колесо проколоть могу. Я, похоже, не могу. А-а-а, еще круче. Две звезды. Хотя нет, если я приеду на задание, то они исчезнут. Так что нормально. Блин, главное, чтобы сейчас машина не загорелась. Блин, ладно, выпрыгивай из машины нафиг. Выпрыгивай нафиг из машины! На, блядь, это дебил, какая карта за ебану. Знаете, я не удивлюсь, если после этой игры, когда я ее полностью пройду, я буду зажиматься в угол, кушать свои какашки и напевать песню Джастина Бибера какую-нибудь. Я не удивлюсь. Я не удивлюсь. Давайте переиграем задание. Не оптимизированное. Да, пробовать еще раз. Обожаю эту игру. Просто обожаю. А, нет, иди нафиг. Какую-нибудь свою там возьму, там в этой красильнее как-то. Автомастерской там тоже вроде машинка была неплохая. Мобила есть? Мобила есть? Мобила есть, да? Че, мобила, да? А, мобила, пацанчик. Да. Мобилу гоняй, я сказал. Давай, мобилу, давай, давай. Упс, сори. Мобилу давай. Давай, мобилу, сука. Че ты тут? Дохни. Нож был отравлен. Еще раз. Я в тебя еще раз тыкну. Упс. Быстрей. Делай ноги тогда. Ладно. Сейчас ты бьем машину. Ах, да. Да где тут полицейский? А, понятно все. Так,
Давай сейчас быстрее, давай, давай. Ах, да. Да, да, задержали, задержали. А, из-за того, что я убил человека, а так я просто стрелял в лобовое стекло. Обожаю это, да? Вы тоже, ладно. Извиняюсь, я еще раз переиграю. На этот раз давайте все серьезно, полностью. Наверное, даже на велик туда поеду, хотя я не уверен, что велик есть. Какие-то странные новые машины появились.